А в Усть-Каменогорске школьники реализуют необычный проект. Ребята решили воспитывать в своих товарищах честность и организовали в своем учебном заведении магазин. Правда, без продавца. Сначала это был просто научный эксперимент. Для детей выставили витрину с продукцией «Вода-шоколад». Написали цены и послание, что это проверка на честность, а деньги нужно класть в коробочку. В первое время удавалось собрать только 60-70% от стоимости проданных товаров. Но постепенно учащиеся привыкли к новому формату. И теперь каждый подходит, оплачивает необходимую сумму, берет сдачу. Система заработала. Доволен организатор акции ученик 7 класса Мухамедьяр Кадиров. Он решил оставить свой мини-магазин в школе. И школьникам удобно, и порядочность воспитывается, говорит руководство учебного заведения. Это очень хороший проект. Этот проект воспитывает детей в плане воспитания честности, в плане быть более совестным. Дети, может быть, этого не замечают, но после этой акции они становятся более... не хотят врать, не любят брать чьи-то вещи. Это все воспитывает человека.